Нашумевшее видео из Омска. Мама выгуливает дочь квадробера и собаку, причем девочка на поводке, а пес нет. Случай вызвал бурю эмоций и возмущений. В отличие от ситуации в Санкт-Петербурге, там бабушка кидает палку своей внучке квадроберу. Люди в соцсетях лишь потешаются. Одни интересуются, есть ли у девочки дома лоток. Другие отвечают, а зачем? Бабушка же выгулила. А это видео с камер в подъезде одной из ульяновских многоэтажек с подписью «Курьер-квадробер доставил еду на четвереньках». Необычно. Удивились и пассажиры метро в Екатеринбурге, когда в вагон забежал человек-кот. Он изображал пушистика, мурлыкая и шипя. Люди не стали его прогонять, а лишь посмеялись. Но случается и такое, что не до смеха. Так, на детской площадке во дворе Краснодара девочка-квадробер в образе собаки стала лаять на маленького ребенка и даже кусать. По словам мамы малышки, у девочки остался синяк. И это не единичный случай нападения детей и животных. Свои приключения квадроберы обсуждают на так называемых «сходках» своих сообществ. Большинство родителей подростков, увлеченных новым движением, в панике.